Итак, ребята, всем привет, с вами Край. В общем-то, мне прислали реплейчик под названием AMX 50-120 Master. Давайте его сразу же посмотрим. Ребята, я его не смотрел, вот, поэтому смотрю вместе с вами. Что же там вообще будет? Давайте посмотрим, значит, на сетап, да? Блин, господи, где там мышка-то все? Так, Е100, всеми любимый бабаха, гриль 15М48, патом С4, наш друг, наш герой, на AMX 50-120 ВК-4502Б, против нас Чифтейн МК6, Е100, всеми любимый бабаха, скоро нынешний будет у меня Е4, Ис-7, Type 61, во флипазик, короче. Вот, играет в рейтинговом, кстати, бою. Не знаю, я вообще не понимаю, зачем этот рейтинг. Не понимаю. Между прочим, на барабане играет наш главный герой. Не знаю, первый барабан лучше всего вкачивать, конечно, американцев. Они более такие простительны на ошибку, нежели французы. Так, в принципе... Не знаю, правильно, неправильно, но с одной стороны... Так, Чифтейн уже получает 402 в ответку. Капец. Так, и 7 там уже почти ополовинен. Эх, капец. О, бабаха, здравствуйте. С поджогом, отлично. Давай, еще теперь... Эх, блин, надо было чуть-чуть свестись. Чуть-чуть свелся бы и попал бы точно. Ох, скоро у меня будет как раз-таки... Е4, прокачал я Т-30, пока стримов нет по танкам, вот, вы не думайте то, что я не играю в танки, вот, я именно выкачиваю, вот, и непосредственно там другими делами занимаюсь. Эх, жалко, не хватило КД барабана, ну ладно, там Е100 уже выглядывает, так, Е100 против Е100, так, эх. Размен не получился. Так, бабаха выкатывается. Здравствуйте, бабаха. 423. Что-то какая-то у них бабаха-то неактивная. Отъезжает бабаха. Уже хорошо. Но остается еще один такой злобный враг. Это под названием Е4. Да и вафли. Вафля тоже, блин, кстати. На фугас могет. А она, наверное, где-то там стоит. Она, наверное, где... А, вон она уже засветилась. Да, вафелька уже засветилась. Неизвестно, где Е4. Не знаю, что-то не видно было Е4 вообще. Может быть, там же где-то стоит. Ну, блин, ну как же вафля засветилась, если Е4 может засветиться. Так, Е4 уже отъехал. Ой, Ис-4 отъехал. Отлично, подставляются под нашего главного героя. Счет тем временем 2-2, ничья. Но смотрите-ка, по очкам превосходства, между прочим, команда противников выигрывает. Обратите внимание, с полной амуниции катает. То есть у него там круассанчик, топливо и еще какой-то там паёк, что ли. Блин, вот сейчас может так фугас прилететь от Е100, пожалуйста, на 480, наверняка от ИСа. А нет, не от ИСа, от кого? А, скорее всего, от Е4 и прилетело. Ну, 400. Ну, просто другого... Ну, кто так мог еще прокинуть? В борт. А, ПТшки, блин, трусятся. ПТшки-то трусятся. Так, что тут у нас происходит? Ой. Отлично. Из С7 забрали. Тем временем счет 5-4 в пользу команды союзников. И как раз таки мы, кстати, побежаем по превосходству. 2937 набито домашки. В принципе, относительно грамотно реализовывают свой барабан. То есть... Ну, лучше, конечно, было бы по три пульки реально вот реализовывать. Вот чем мне вот не нравится барабаны, да, то что нужно реально очень хорошенько реализовывать именно три снаряда. Желательно, конечно, в одну цель,
Почему? Потому что, ну, блин, так будет лучше просто. Так будет лучше. Так, ЕСО ты получил. Ну ты же прекрасно знаешь то, что ты не сможешь пробить ЕСО-то. Заряди ты голду. Не жалей. Так, бабаха выпирается. Неужели? Бабаха целится и не пробивает. Блин, надо было заряжать ей там хэш-фугас, либо фугас. Так, начинает реализовывать барабан. Эх, в гусли улетело. Но он в КД же. У него там 10 с лишним секунд, по-моему, КД. Капец. Ох, повезло. Так, Е4 фульный остался. 3169. Ребята, это рейтинговый бой, между прочим. Мы, по-моему, проверяли, кстати, кто кого. Е4 либо бабаха. Мы, по-моему, проверяли эту фигню. И выиграл, по-моему, Е4. А, ему пихают. Блин, неужели я буду таким же вафелем на Е4? Я вот сижу сейчас, думаю, блин, неужели я буду таким же? Так, и что у нас тут? Мастер, воин. И кто там? А, медаль Ретли Уолтерса. Отлично. 4026 нанесены домашки. По кредитам, конечно, не вышел. Но смотрите-ка, и рейтинг немножко поднял. Вот, и все. А, гриль, кстати, в топе оказался. А у него первая степень. Видите, как все вышло там. Значит, планочка на MX50-120 еще не была реализована нормально. Так, в общем-то, ребята, кому понравилось это видео, поставьте лайк. Кому не понравилось, ну, поставьте дизлайк. Это уж на вашей совести. Вот. Так, и что еще хотелось бы сказать? Ну, конечно же. Ребята, не забывайте подписываться на группу ВКонтакте и Дискорда. Все ссылочки есть в описании под видео. И не забывайте скидывать свои реплеи с мастерами. Мы их тоже посмотрим и прокомментируем. Всем еще раз большое спасибо. Всем пока и до скорых встреч.